И всем привет, с вами Лимбер, и сегодня мы будем начинать проходить игру под названием Cold Sight. Ох, это вроде какой-то хоррор. Давайте-ка, ну, начнем его проходить. Интересно, что из этого получится. Вроде говорят, интересный. Так, поэтому начать новую игру и... Так, 6 уровней, то есть... Один уровень, одна серия. Ну, то есть 6 серий у нас примерно по нему будет, поэтому давайте начнем уровень «Дождливая ночь». Начинаем. Игра сохраняется в начале каждого уровня. Так. Adruf Games. Это, видимо, создатель игры. Так. Так, нажмите Е, чтобы взаимодействовать с предметами. Ага, уровень 1, дождливая ночь. Так, у нас рюкзак какой-то есть. Окно дожди. Мне вот это вот не нравится, что там какой-то человек. Так, что нам надо делать? Так, комната Хантер. То есть охотник, да? Еще один рюкзак. Какая-то военная техника. Игрушки. Прикольно. Так, ладно. Что тут у нас? Фотография. И компьютер, ну-ка стоять. А, это типа электронная почта, да? Вот лайв-чат написано. Так, Оливер Коллинз. Оливер, привет, Крис. Помнишь, мы пару дней назад обсуждали заброшенную лабораторию? Так вот, я знаю, где она находится. Для начала нужно найти подвал под домом, а затем пробраться через вентиляцию в лабораторию. Адрес отправлю с отдельным письмом. Да, я знаю, за окном льет как из ведра, но это того стоит, поверь мне. Так, значит, нас товарищ, наш друг, убеждает в том... Что идти куда-то в какую-то страшную лабораторию, это надо, да? Понятно, у нас дегенерат какой-то. Так. Так, взяли рюкзак, да? И, видимо, выходим, да? Окей, идем. Так. О, ничего даже не прогружаться сейчас пока что не будет. На Land Rover машина похожа. Прикольно. Так, о, мы даже знаем, как наш главный герой выглядит, серьезно? Так, ему что-то это не нравится. Где же Оливер? А, нам же этот. Да, друг же нас должен ждать. Так, присесть, це, присесть, окей. Так, крысы бегают. Цемент. Что такое? Где? Замок. Ничего не делать, чем я его сломаю. Так. Потому что у нас герой слабый. О, записка. Так. Стив, нам запретили ремонтировать трубы в подвале. Не, ну ты представляешь, когда подвал затопит, пусть нас не вызывают. Тут, видимо, какие-то рабочие общались между собой. Так, и... Ну, ладно, допустим. Нужно найти что-нибудь, что поможет сломать замок. Так, и что это может быть? Бочки? Нет. Может взорвать? Так, тут какой-то ящик военный. Но его вроде открыть нельзя. Так, ну что, давайте назад пойдем. Я думаю, труба какая-то. Так, видимо, лаборатория еще работает. Так. Можем? Нет, не можем. Что такое? Вот это что ли? А, ну да. Ну, не знаю, как бы... Хорошо, что они так сделали, что можно, типа, даже не конкретно на объект смотреть, чтобы ты уже понял, что где-то можно взаимодействовать. Так, сломали замок. F, включить, выключить фонарик. Окей. Твою мать! Оливер, здесь еще не был, пожалуй, первый раз исследую... Я первый исследую лабораторию. На один секрет. Что за секрет? Какой-то человечек был. Так, о, блоки. Ну, не хочу я сюда. Это мне прям вообще не нравится, когда приходится вот так вот пролезать. Чувствуешь себя вообще незащищенным. Не
Я не думаю, что это было нормально. То есть я нашел баг. Замечательно. Так, мы идем к двери. Прикольно. Не открывается. Дверь постоянно клинит. Мне через вентиляцию пробираться туда, куда мне нужно. Почините замок. Какая вентиляция? Вентиляция тут? Не, там вроде входа не помню. Так, мы бегать умеем, неожиданно. Так, ну ладно, давайте так и перемещаться, в общем-то. О, мы можем даже в приседе все делать. Ну ладно. Вот, да? Прикольно. Здравствуйте, а ты к нам не на превьюшку пойдешь? Иди сюда. Сейчас вот ждем скримера, на самом деле. Так, ну ладно, давайте побежим. Раз тут можно бегать в приседе... О! Еще один секрет, что ли? Так. Слишком как-то громко. Слишком как-то мне громко. Ну и ладно. Так, на shift вы можете двигаться. Да это я уже понял. То есть за мной следит какой-то черт. Я надеюсь, он за мной не все время будет следить, потому что мне его присутствие вообще не нравится ни разу. Ну, блин, кому может быть приятно того, что за ним кто-то следит? Хотя, нет, от него есть какая-то полезная хрень, потому что он пойдет на превьюшку, пожалуй. Господи, твою мать! Он мне пс сказал, пипец. Сейчас было прям неприятно. Так, фух, выбрались наконец-то. Ой. Так, ну тут дверь открыта, значит. Какая мяу? Тут что, кошка, что ли? Ну, котенок оставленный. Да нет, никого нет. Твою мать. А, ну то есть ты на превьюшку ушел. Ну и не надо, ты мне не нужен. Все, я на тебя обиделся. Так, есть какой-то еще проход. Твою мать. Видимо, в лаборатории какие-то происходят сейсмические. На нет секрет. Не знаю, зачем я эти секреты собираю. Так, ну давайте будем думать, что это крысы. Потому что, как бы, кто еще? Ну да, вот она. Это все она. Это все она. Так. Это все она. Так. А вот это интересно. Чтобы открыть дверь, нужна карта второго уровня. Так, ну у нас ее нет, да? Хорошо, я дверь открыл, да. Дверь крепкая на самом деле. Так, лестница. А тут можно это? Можно типа вот так делать? О, прикол. Я типа могу скримеры видеть. Ну типа если какие-то там будут. Так, ага. Беда с электричеством. В виде панель с цифрой 2 на дисплее. Кто-то забыл здесь карту доступа. Можно ничего не делать и взять карту. Угу. Так, давайте спускаться. Ну! А, можно и так. Твой... Стой! Стой, стой, превьюшка нужна. Ну ты, мразь. Ты, конечно, челик, мразь. На превьюшку он не захотел. Так нельзя. Так, фу, ну и вонь. Так. Чё это? Противогаз автоматически используется в загрязненных местах. А, у нас теперь типа противогаз есть. То есть мы за этим сюда пришли. Ну вот загрязненное место. Что-то я на него даже не надел. Может быть... Кто-то там вверху шагает, мне это не нравится. Это говно мне не нравится. Так. Пока что не слишком страшно. Скорее... Напряженно, наверное. Наверное, напряженно, да. Так. Ага. Так, что, касцена? А, нет. А, вот противогаз, где нужен, да?
А как понять, что это загрязненное место? Чё за бред? Стоп, а чем он отличается? Синим свечением? Бред какой-то. Похоже, нет питания. А, нам надо питание включить. Твою мать! Ты вот это вот перестань. Сейчас было страшно. Собаки тут какие-то. Что тут собаки делают? Что за бред? Кошки, собачки. Как бы туда попасть? А, это мои шаги, ладно. Так. Какой-то... кресло, кто-то там... Кто там шарахается, а? Так. Есть какой-то проход. Кто-то мне там на ухо шепчет, ну... Пофиг. Так. Присесть. Встать. О, секретик! Прикольно. На самом деле, реально, типа, не понимаю, зачем они тут. Может, мне какое-то достижение придет. Так, что это такое? Получено 2 предохранителя. Если это идиотские шутки Оливера, я его убью. Да, я бы тоже бы такого убил. Нехрен надо мной шутить. Особенно в такой... в таком напряженном этом. Такой напряженной обстановке. Опа, я кого-то видел. Так, на телефон я не могу ответить. Ну, сейчас ждем скримера, чё? Твою мать. Так, звуки. Ой, превьюшка. Все, я вас понял. Так, мне нужно включить. Ты кто? Что-то подойти надо, нет? Сейчас все время на него буду отвлекаться. Так, элеватор, лифт. А, мне нужно наладить это электричество, чтобы все работало. Так. Так. О, записка. Нам приказали отключить генератор и покинуть это место. На всякий случай я вытащил предохранитель. Говорят, здесь стало слишком опасно. А вот это вот ваше опасно мне вообще не нравится. О, вы вставили предохранитель, но ничего не произошло. Что, произойти должно быть? Что-то что-то не сделал? Подождите. О! Прикол. Здравствуйте. Так. Ага. Ну это легко. Так. Ага. Надеюсь... Где? Надеюсь, я все правильно сделал. Теперь можно попробовать включить генератор. Он вроде так сказал. Кто-то там ходит. Я надеюсь, он ушел, да? Нет, он не ушел. Вот сейчас нападет, смотрите. Вот сейчас я включаю, оборачиваюсь, и он тут. Ой, херам тебе, пацан, я, пожалуй, отойду от тебя. Ты мне не нравишься вообще ни разу. Так. Так, ключ мы еще не нашли к этому замку. Хотя, я так понял, мы эти ключи не вскрываем, а ломаем. Ну, посмотрим. Так, еще какая-то комната. Можно открыть? Нет, нельзя. Так, мухи какие-то. Так. О, присесть. Бежать. Ёб твою мать, собаки какие-то. Так, ладно. Что тут? Вот откуда тут вся жидность берется? Вот как сюда могла собака попасть? Чё за бред? Мне кажется, у героя уже должны, типа, вопросы возникнуть. Типа, что тут происходит, мать твою? Деревяшка. А, типа, ты ее что, отодвинуть не можешь? Или... Какой бред. О! Прикольно. О, топор! Можно всех убивать. Па-бам. Так. А-а-а, я что, вернулся? Серьезно? Это я круг прошел. Угу. То есть нас заставляют какие-то вещи это, брать, которые дальше нужны по сюжету. О, сбился замок топором.
Даже звук есть. А в лифте музыки нет. Это прям обидно. Была бы музыка, было вообще замечательно. Без музыки как-то скучно. Так. В лифте даже свет есть. А, ну я же включил питание, да. Ёб твою мать. Страшно. А лифт сломан. Лифт застрял. Как я вернусь обратно? А вот надо было раньше думать. Вовремя он вспомнил, конечно. Так, опа. А что, тут пройти нельзя? Это, видимо, про это говорили вот те человеки, которые это, говорили, в подвале потоп будет. Не знаю, что они там делают, но аномальная активность превышает допустимую норму. Ради своей безопасности не открывайте шлюз. Так, а нам тут нужен третий уровень, да? Я так понял, вот этот шлюз не надо открывать, но нам говорят его открывать. Ну чё, нам нечего делать. Так. Твою мать. Грёбаные деревяшки. Так. Ой. Прикиньте, ни одного скримера еще не было. Прям вообще неожиданно. Так, дверь какая-то. Дверь закрыта на ключ. То есть нам сейчас нужно найти какой-то ключ. О, диванчик. А можно я тут, типа, усну? Хотя нахрен тут спать? Хрен пойми, что с тобой может произойти. Так. Так, еще одна дверь. Такс. Па-бам. Па-бам. Ох! Да ну нафиг. Он мертв? Ладно, хватит с меня, нужно убираться отсюда. А вот, блин, господи, его, то есть вот эти вот дядьки появляющиеся вообще не пугали. Дэвидсон сказал, что хочет исследовать портал. Спустя несколько дней мы начали притаскивать туда оборудование. Не сможем изучить эту аномалию изнутри. Я в предвкушении. Да, хорошо изучили. Аж один умер. Так. Ёб твою мать. Вы чё, долбанулись? Какие тут драконы вообще? Хотя, подождите, это не дракон, это превьюшка. Сейчас, у меня топор есть. Я тебя убью! А ну, уйди нахрен! Ты чё такой агрессивный-то, а? Так, наш герой сразу за диван. Это что еще такое? У меня тоже вопрос. Что происходит вообще? Так. Угу. Какая-то комната. Бумага разбросана. Канистры есть. Ну-ка. Что, не взрывается? Жалко. Так. Угу. Вообще, адекватные люди, вы можете держать пароль у себя в голове, но никак не на бумаге. Если это еще раз повторяется, я сообщу начальнику охраны. Какой пароль? Какой пароль? Требуется пароль. Угу. И где мне этот пароль? Только на бумаге. Я, конечно, не в буквальном смысле на бумаге. Так, ну где еще можно пароль найти? Слушайте, бывает же, типа, любят прилеплять на мониторы всякие бумажки. Тут что-нибудь есть. О! 058-17. Да, пароль. Так, видите пароль. 058-17. Enter. Открыть главную дверь. Ошибка, удаленное управление не работает. Ага, логин дефолт. Security PC. Ага, а, это, видимо, комната охраны. Так, изменять уровень карты. Видимо, нас такой компьютер еще не один раз встретит. Ну, просто потому что. Так. Там еще 4-5 уровень карты есть. Прикольно. Так. Какой-то дракон. Он сюда побежал. А как мешки могут воду удерживать? Мне просто интересно. Что за бред? Так. Чё уборщицы не работают? Вон там стоит вот эта швабра. Чё, просто так платишь, что ли? Ага.
Так, ну чё, идем. Так. И куда? Стоп, дверь закрыта. Чё происходит? Нет! Чё происходит? Можно назад, пожалуйста? Отпустите меня! Так. Чего? Чё это такое? Warning Anomaly. Ой, вот про что они говорили, про то, что не открывать шлюз, да? Ну ладно. Окей. Я вас понял. Мы зачем-то его открыли. Ой, дураки. Так. Стоять. Мы где-то проснулись. Так. Ага. Так. Ага. 25 минут. Так, уровень 2, другое измерение. Мы до второго уровня так быстро дошли? Серьезно? Я не буду это трогать, не хочу остаться без света. Угу. За стеной странный звук. Какая-то жидкость поди капает. Цемент еще свежий. Дверь не поддается. И чё? Давайте её сломаем, выломим. Можно пробовать выбить дверь, других вариантов я не вижу. А, серьезно, я про это же только что сказал. Так, выбить дверь. Почти давай. А. И чё? В смысле, я в той же комнате? Чего? Как такое возможно? Ну, это мне тоже вопрос. Чё за бред? Так. Ваше состояние ухудшилось. А, ну да, у кого оно не ухудшится? Так. Чё-то я плохо себя чувствую, я всего лишь присяду ненадолго. Ага. Пришел, значит, изучать какую-то заброшенную лабораторию. Чего? Ученые? What the fuck? Ну ладно. Записка ученого. Спустя 2 часа после перемещения Уилсон начал сходить с ума. Он набросился на меня, я хотел убить. Я еле отбился. Похоже, перемещение негативно сказалось на нем. Сейчас он стоит на коленях и не шевелится. Другая проблема заключается в том, что я попал в петлю. Всегда удалось разорвать ее, но в этот раз все еще сложнее. Я не могу выбраться. Кровь какая-то. Я не могу сдвинуть его с места, он как будто окаменел. Чувак, ты, кстати, на превьюшку пойдешь. Так, давайте вот как-нибудь. Ёб твою мать. Чё это за звук такой? Так, вот так вот сделаем, да? Также будет превьюшка, наверное, вот он. Или вот прям сразу все. А, или вот так вот. Вот так вот сделаем. О, чё? Неизвестный позвать. Вы позвали неизвестного, но вам не ответили. Так он просто замолчал. Ага. И чё? И чё? И чё? Что такое? Ага. Во, превьюшка хорошая. Такая вот. Че? Прикиньте, никаких с этих. Никаких скримеров нет. Вообще все замечательно. Так, что-то. Это что-то ненормальное.
Кто? Кто мне это сказал? Что произошло? Так, сын какая-то. Никого нет, и есть записка. Он, видимо, заснул. Опа, фигурка. Секрет найди. Записка Толлера. Повернись спиной к этой стене. Ну ладно. О, прикольно. Так, у меня даже фонарика нет. У меня нет топора. Тут есть скелет. Пипец. Что тут произошло? Так, идем сюда. Здесь был Оливер. Записка мертвеца. Если вы читаете записку, значит, я уже мертв. Угораздило меня связаться с этими придурками. Теперь мы сидим в четырех стенах и, и за стеной ужасные звуки, как будто монстр пытается добраться до нас и сожрать. Но я все же надеюсь, эту записку никто не прочтет. Нас спасут. Нет, чуваки, вас никто не спасет. Ну, уже не спасли, да. Так. Разводить тут костер? Ну, такое себе. Хотя тут сыро. Тут не то, чтобы что-то может зажечься. Прикол. Так, что-то светится. Грибы какие-то. Вот грибов нам еще не хватало. А чё стучать-то сердце начало? А-а-а, серьезно? Ни хрена себе, я так как быстро сообразил. Не поддается. Ёб твою мать. И чё? В смысле не поддается? Так, бежим. Бежим, 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 бежим. Быстрее! Быстрее, быстрее! Фух! Наконец-то! Так, все. От этих смертельных мышей мы это отошли. Чё? Кровь. Сейчас что-то будет. Нет? Просто кровь. Пипец, все заброшено. Вот нахрена. Оливер, нахрена? Нахрена? Это того не стоило. Мы же тут сдохнем все. Опять ученый. Записка ученого. Нам удалось переместить большую часть оборудования, но мы потеряли связь с военными и несколькими учеными. Дэвидсон обнаружил остатки 13 человек в катакомбах. Как они сюда попали, остается загадкой. Возможно, есть еще телепорт за пределами лаборатории. Я и Дэвис продолжаем исследование до прибытия следующей группы. Пипец. Что тут происходит? Это получается мы... Две главы... Проходим за одну серию. Карта, которую я нашел ранее, исчезла. Мне нужна новая карта. Серьезно? Сейчас пойдем ее искать. Так.
И здесь был похожий Оливер. А чё, ничего не комментирует? Так. О, господи! Ты чё нахрен? Дядь, ты чё, долбанулся? Военный, ты из второй группы? Не верь Моргану, он предатель. Нет, я не хочу отсюда. Что? Как ты вообще здесь оказался? Бардак какой-то. Скоро прибудет вторая группа, и мы во всем разберемся. Нет уж, отдай мне карту доступа, я ухожу. Ты глухой, я сказал, будем сидеть здесь и ждать. Нет, я не хочу. Я не хочу, нет. А можно не на... Придется. Зачем? Что за бред? Что? Я не хотела его убивать, но не знаю, что на меня нашло. То есть тут он, этот военный, видимо, не один, и мне кажется, мы против них воевать будем, но... Получено прибор ночного видения. А как его включить? Неплохой такой апгрейдик от фонаря. Так. Вот этого я вообще не понимаю. Вот это мне вообще не нравится. Я не хотел его убивать. Господи, это единственный человек, которого ты нашел, который живой. Типа, зачем его убивать? Так, что-то не до конца она открылась. Еще будет очень тупо, если реально мы типа будем с ними воевать. Ну это... Смотрите, объясняю. Мы не знаем вообще, что тут нахрен происходит. Нужно объединяться, а не друг друга убивать. Че? Пулемет? Я за него сесть не могу. Так, это телепорт, да? F, чтобы включить ПНВ. О, это главное меню! Пещера из главного меню. Прикольно. Так. Чё ты бежать-то начал? Так. Так, был какой-то силуэт. Я не понял, что это было. Да он, кстати, нет, если бы он вообще бежал бы, я бы его не заметил. Это тупо. Так. Так, опять замкнутое пространство. Мне это не нравится. Так. Пещера какая-то. Что происходит вообще? Мне кажется, нам сейчас придется куда-то бежать. Так, он ничего не комментирует. Странно. Как, мне кажется, там огонь зажжется в этой чаше. Так, ладно, идем. Что за странная пещера такая, а? Так, давайте сначала сюда сходим. Она ближе. Лабиринты какие-то. Опа. Кто-то этим недоволен. Кто-то этим говном недоволен. Так, тут ничего нет. А, тут еще проход есть. Твою мать! Ничего, ну ладно. Пофиг. Ой, твою мать! Ой, обосрался! Нахрена так пугать? У меня сердечко встало, все, я умираю. Идите нахер, я хочу отсюда уйти.
Вот это сейчас был скример, вот это мне не нравится. Потому что скример это что? Это правильная херня. Так, сюда мы пройти не можем. Знаете, почему скример херня? Потому что. Потому что они неожиданные, типа, и ты... Ну, знаете, типа, вот можно сделать хоррор. Точнее, смотрите, просто напихать в игру скримеров, назвать ее хоррором. И типа, да, будут пугаться, но это будет, так скажем, нечестная игра. Потому что ты, типа, не приложил слишком много усилий. Ты не изучал психологию какую-то. Ты, типа, вот... Типа, весь прикол хоррора заключается в том, чтобы ты, ну, типа, как разработчик, ты изучал психологию человеческую, ты понимал, в какой что ситуации делать, типа, как человек себя там поведет. Так, манекен какой-то, да? Да, какой-то манекен. И чё? Так, у него глаза светятся. И чё? И как нам сюда забраться? Как нам сюда забраться? Так, ладно, давайте я сейчас это... Мне просто тут вообще без понятия, как туда забираться. Давайте, пожалуй, я просто тупо... Пойду смотреть прохождение, как тут забраться, потому что, ну, это вообще, типа, без понятия, что он там делает, что он там находится. А, я забрал. Серьезно, даже никуда уходить мне не надо. И чё? А, ну пофиг. Так. Так. Чё, идём? Какие-то манекены разговаривающие. Вообще наркомания какая-то лютая тут происходит. Так. Надеюсь, я пройду игру... Ой, пройду этот уровень быстро. Да! Можно все, третий уровень, а уже пора заканчивать. Так. Но пробегается, кстати, эта игра быстро. Прошу прощения, как мне пройти тут? А, спасибо. Да вы достали. Кто-то из них задает странные звуки. Твою мать! Так, 42-25. 42-25. Превьюшка. Фух, капзда как. Здравствуйте. Какой-то меня сейчас схватит. Странно. Никто не схватил. Можно все, я уже это заканчивать надо. Так, бежим. Чьи-то глаза вдалеке. Так, он здесь зигует тут. Ой, зиг хай. Ой, твою мать! Какие-то ученые там прячутся в мусорных бачках. Что не сделаешь ради науки? Твою мать! Вот ты вот нахрена. Зачем вот это все? Так. Так-с. Так, тут будут посторонние звуки, так что не это. Не пугайтесь. Так, а что я сделал?
Так. Свет. Так, а все, да? Тут можно ходить без ночного видения. Это хорошо. Кстати, у меня теперь нет противогаза. И поэтому... Поэтому все. Получено вентиль. Куда этот вентиль, я вообще без понятия, вкручивать? Так. Так, мне кто-то сказал... Хей. Да понял я, все, отвали от меня. Или ты все время за мной будешь ходить? Так. То есть я тут не проберусь, ладно. Твою мать! Бежим. Пропусти! Пропусти, я сказал! Так. А, вот зачем тут такие длинные коридоры, я понял. Так. Здесь, черт, здесь не пройти. А смысл? Что за бред? Что эта музыка мне делает? Так, не, дверь я закрывать не буду. Так. Чё за бред? Почему я дальше не могу пройти? Это типа за мной идут или что? Я не понимаю. А, тут секрет. А, то есть мне вентиль, по идее... По идее, не нужен, что ли? В чем прикол? Да, это типа я тут прячусь. И чё? Музыка, перестань уже, типа, просто так играть. Что за бред? Секрет какой-то нашел. Так, секундочку.
Ну, короче, ролик уже подходит к концу, потому что, ну, уже час запись идет. Ролик слишком длинный получится. Короче, в следующей серии я приду на это же место, начну с этого же места, потому что меня, вероятно, перекинет на начало просто этого уровня, потому что... Ну, потому что... Как бы вот так вот получилось. Так вот, давайте переходим к концовочке. Итак, что бы мне хотелось бы вам сказать? Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео. Это очень важно. Всю критику здравую вот туда пишите. И также, чтобы первым получать уведомления о моем видосе, оставляйте колокольчик, да, в Ютубе ставьте его. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там анонсы к роликам, они выходят... Ну, практически сразу после Ютуба, но если вы, допустим, лазите ВКонтактике, листаете ленту, и вам вот приходит уведомление. Вот с Ютуба оно придет, допустим, позже, а с ВК, ну, быстрее. Просто увидите новую запись и зайдете первыми ко мне на канал, чтобы посмотреть новое видео. Так, ну и, естественно, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!